готовим соус, возьмите кефир, сметанку, майонез, зеленушечку, чесночок, хмели-сунели или другую какую-нибудь приправку, все перемешайте, обжарьте куриную грудку, подготовьте помидорки, огурцы, пекинскую капусту, морковку по-корейски, лаваш и куриную грудку. Возьмите лаваш, смажьте его соусом, положите пекинскую капусту, огурец, помидор, полейте соусом, корейскую морковку выложите, куриную грудку и еще раз полейте соусом. А теперь закрутите ролл, подгибая сначала с двух сторон и крутите, крутите, крутите. И подрумяньте на сковороде. Шаверма получилась очень сочная, вкусная, все благодаря чудесному соусу. Приятного аппетита!